А вот, пожалуй, самый большой хит для PlayStation 2, вышедший в этом году. Владельцы приставок уже играют в GTA San Andreas. Это новейшая инкарнация сверхпопулярной серии Grand Theft Auto. Впрочем, не думаю, что уже смогу рассказать вам что-то новое. Фаны игры уже знают. Те, у кого есть PlayStation 2, играют. Те, у кого есть компьютер, терпеливо ждут. А что делать? PC-релиз намечен только на второй квартал следующего года. Остается только утешать себя тем, что графика будет в высоком разрешении, а управлять можно будет с помощью клавиатуры и мыши. Если же такие утешения не работают, придется подумать о приобретении приставки. Такова жизнь. Grand Theft Auto, San Andreas.